позволит нам обсудить важные направления жизни городу. If we all work together, we can ensure that our cities provide a better way of life for everyone. Позвольте от имени всех жителей города Екатеринбурга пожелать вам успешной, качественной, плодотворной работы. Екатеринбург прошел очень большой путь за очень короткое время. Мы из сугубо промышленного центра превратились в город межрегионального и город международного значения. Это изменение структуры экономики, это изменение структуры услуг, это изменение транспортных коммуникаций. Екатеринбург, он, ну, наверное, один из немногих городов-миллионников, кто этот путь смог пройти. И, естественно, коллегам очень нравится к нам приезжать, этот опыт изучать, если брать нашу страну. Международные центры, безусловно, рассматривают Екатеринбург как определенного рода плацдарм для входа на рынок России. И с точки зрения проектирования, и с точки зрения технологий, и с точки зрения тех или иных услуг. Thank you very much for having us here, and thank you very much also to the city of Ekaterinburg for hosting the World Cities Day. For any cities which would like to host World Cities Day, they have to apply to submit an application to be the host, and we have the criteria for the host cities to be the host of the World Cities Day. And at the end of the day, Yekaterinburg was selected because Yekaterinburg has fulfilled the criteria. This is the first time that the World Cities Day to be in this region. So I think that is also one of the main criteria also to be chosen in this region. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций Свердловской области Екатеринбурга имеет достаточно длительные корни, и мы, безусловно, неоднократно обсуждали возможность проведения мероприятий ООН на площадке Екатеринбурга и на встрече с генеральным секретарем и с коллегами из российского офиса. Но самое главное, то, что мы не боимся учиться, мы с удовольствием воспринимаем тот опыт, который реализуется в других городах и странах. Ну и, конечно же, для нас очень важное общение, обмен информацией и рассмотрение и применение лучших практик, мировых практик на территории Свердловской области. Es la primera vez que vengo a Ekaterinburgo. Tenía muchísimas expectativas por su gran legado histórico y lo que representó y representa para la República Rusa. Y me impresionó muchísimo el nivel de organización, de limpieza y orden que pude observar, además,
elementos que demuestran que continúan desarrollando la morfología urbana. Quiero decir que la nieve aquí en Ekaterimburgo es una de las nieves más cálidas que he conocido. Gracias por tanta receptividad y estoy muy contento de estar aquí. Проведение этого мероприятия, конечно, не случайно. Это результат работы, в которую поначалу не верили почти все, даже вот я, и вот мы с Александром Геннадьевичем Высогинским сейчас об этом говорили, не верилось, что это возможно. Но почему-то мы подумали, что стоит попробовать. Нас поддержал губернатор, и вот мы попробовали. Немножко грустно от того, что уже все прошло, но мы надеемся, что это не последнее мероприятие. Уже мы договорились о том, что будем с завтрашнего дня начнем придумывать что-то новое. Но о результатах расскажем чуть позже.